батюшке день рождения. Сегодня мы приехали там, где у нас костер. Костер вот. Погода тут пока водит. Постные, хотя день молодцы. В больнице, когда я лежал, там приходит проверить. Лиза приходила, там Лиза, потом Надя внука, это. Да, вот. Это Симаковский полот. Все. 76 лет батюшке уже. Хороший ответ. Собирай свои, скажи ей, чтобы собрать свои. Собирайте свои кусочки, которые принесли, обратно. Картошки дай каждому. А кому тут давать? Только батюшке, да Ирине, больше никому. А остальные из нашего гнезда. Ирина, насыпь себе в мешок. Одной птицы так расширяется.
Ладану хочет подпустить. Березки. Никого не боится вообще, бесстрашный. Я думаю, я увидел его, думаю, надо кого-то подарить. Специально взял. Ну и что там такое показываешь-то? Это который львов не боится, похоже. Нет? Я не знаю, что это такое. Все. Сейчас помолимся. А? Из-за стола помолимся. Из-за стола помолимся. Благодарим за Христевой. Я бы насытил еси на земных своих благ. И лиши нас и небесного твоего царства. Спаси Христос! Так, ну пойдемте, сейчас Тихон расскажет, как я родился.